кабине, когда помещался еще, как бы ездил в кабине. Но потом, когда он уже у меня начал расти, то есть уже тесновато стало. Ну, пришлось его переоборудовать там под лежанку ему, и это туда его посадил, пальцем пригрозил, его место твое здесь. Даже ни разу не привязывал никогда там его, ни на привязь, что это у меня там постоянно ездит. Говорят, мужик, ты забыл собаку там наверху, я говорю, да я не забыл там место ее. Кто ему косточку принесет, то что, кто с ним погуляет. Так позвонил мой друг, просит твои координаты, это, посмотри, вот скинул мне ссылку. Вроде как собака на экскаваторе, посмотри, там ты уже взорвал где-то там весь интернет, весь ютуб, как бы это. Кто-то пишет там совсем, издевается на собакой, хотя на собакой никогда не издевается. Собака у меня спортивная, я с ней на лыжах, на велосипедах. Я из-за этой собаки, если честно говоря, бросил курить даже. Курил 10 лет, бросил курить уже сколько, второй год. Привыкли видеть меня с собакой, то есть без собаки уже это, уже не экскаваторщик. Вот такой у меня друг. Да? Молодец, молодец. Любишь позировать. Опа.